Хотим благодарить вас за ваш труд. Благодарим от родителей, от имени родителей, от имени детей. Сколько времени вы уже в Азербайджане? Помогайте детям, помогайте родителям. Занимайтесь очень благим делом. Спасибо за это вам. Наш вопрос к вам. Ребенок диагнозом аутизма, который родился вот в первых днях жизни новорожденного, возможно поставить диагноз, что он болеет аутизмом. Как это проявляет себя в первых днях жизни? Как можно узнать об этом? Отправиться к педиатру, невропатологу, или это может почувствовать сам родитель? Во-первых, далеко не каждый ребенок, которому потом поставят диагноз аутизм, действительно имеет какие-то специальные признаки в раннем возрасте. Но есть ранние признаки, при наличии которых обязательно нужно уже начинать проверять. Нужно обращаться к невропатологу, нужно обращаться к педиатру. Если у ребенка аутизм, biz bəzən elə bilirik ki, ilkin vaxtlarda bu əlamətlər özlərini göstərmir. Amma deyək ki, nə hansı dərəcədə olursa olsun, bu əlamətlər mütləq ki, uşaqda var. Продолжайте, пожалуйста. Дело в том, что очень многие признаки, они, как бы их сначала не видно. То есть ребенок родился, врачи его оценили, все проверили, поставили ему высокую оценку по Абгар. Собственно, большинство детей, которые к нам попадают, они при рождении получали высокую оценку по Абгар. А с течением времени, скажем, в течение 3 месяцев, в течение 6 месяцев начинают появляться какие-то новые признаки. И родители, у которых уже есть опыт с другими детьми, они очень часто начинают подозревать очень рано, что с ребенком что-то не так. Demək ki, uşaqlarda, ilkin vaxtlarda, əgər onun bütün sağlamlığı ilə bağlı hər şeyin qaydasında olduğunu söyləyiblərsə, o ilkin əlamətləri həkimlər də hiss edirlər və valideyn də, əgər valideynin digər bir uşağı varsa, uşaqlarla bağlı təcrübəsi varsa, digər bir autizm əlamətləri olan uşaq görübsə, yəni onun bu haqda məlumatı varsa, söhbət məlumatlı valideynindən gedir, ilkin vaxtlarda belə o ilkin əlamətləri valideyn özü də hiss etmək bacarığına malik olur. Такие родители обычно имеют более старших детей, и поэтому видят просто эту разницу, как ребенок развивался. То есть они помнят, как развивался ребенок, который вырос здоровым, и они видят, что с новым ребенком что-то не совсем так. Сагалам ушаклары, эгер валидейнин бөйүк ушагы варса, демек биринчи ушак, икинчи ушак, мисалам, сагалам олупса, эгер сонраки ушакта несе гейри-ади эламетлер хисседирсе, валидейн буну хемен сезебилир. Чунки онун артык сагалам эвлады олу, бака, онун артык тәжрибеси бар. Яни бу өзүн мүтлек көстермелиди. Такие родители начинают сразу же обращаться к различным врачам, искать методы, как помочь ребенку. И, скажем так, во многих случаях удается, по крайней мере, улучшить состояние ребенка. Белі валидейнлер хэмэн хэкимлэрэ мюрайджиэт эдирлэр, яни мюхтэліф ерлэрэ мюрайджиэт эдирлэр, вэ илкин вақларда да ушағын вэзиэтінін стабилләшмэсі, ушағын вэзиэтінін яхшылашмасына доғру гедіп чыға білілэр. Новые родители, у которых это первый ребенок, им очень сложно. И тут я даже не знаю, вот, например, в Израиле есть такая система детских консультаций, где ребенка в определенном возрасте проверяет врач, как бы, который проверяет именно развитие ребенка. То есть существуют нормы медицинские, как ребенок должен развиваться. То есть там есть минимум, есть максимум, то есть какой-то разброс. И за ребенком наблюдают, то есть достигает он этих норм или не достигает. Ilkin, əgər valideynin ilk övladıdırsa,
Təbii ki, valideynin təcrübəsi azdır və ilk övlad olduğu halda valideynin biraz çətin olur bu əlamətləri hiss etməsi. Məsələn, söylüyor ki, Yosifa xanım, İsraildə müəyyən yerlər var ki, uşaq inkişaf mərkəzləri belə deyək, yeni doğulmuş uşağın belə inkişafı minimumdur, maksimumdur, hansı dərəcədədir, bunu həmən müəyyən etməyə, yəni çətinlik çəkmirlər, müəyyən edə bilirlər. Əslində, Azərbaycanda da var, yeni doğulmuş uşağı həmən müayinədən keçirdib, hansı vəziyyətdə olduğunu bilirlər. Продолжайте. В качестве примера я могу привести нашего собственного младшего сына, поскольку мы тоже такие родители. Скажем, в 2 года врач по развитию проверял его, и выяснилось, что он не может делать вещи, которые должен делать здоровый ребенок в 2 года. Məsələn, bizim öz oğlumuz, bilirsiniz ki, David bəyin və Yosifa xanımın öz uşaqlarında da belə autizm əlamətləri olub, amma şükürlər olsun ki, məhz onların sayəsində artıq o böyüyüb və sağlamlığına qovuşub, heç bir problemi yoxdur. Və Yosifa xanım söylüyor ki, onun da 2 yaşı olanda artıq uşaq inkişaf mərkəzində müəyyən etdilər ki, o öz yaşıtlarından nələrdəsə geri qalır, yəni geri qalmalar var. 2 yaşındakı sağlam uşaqlarla eyni qaydada deyil. Я не знаю, какая система вот таких проверок и поддержки детей существует в Азербайджане. То есть мы здесь люди новые, поэтому просто не знаю. Но, в принципе, не только как бы специальный врач может такое определить, но и опытный педагог, который знает, как должен развиваться ребенок. То есть педагог, который умеет работать с детьми младшими. Вот, например, наша младшая дочь, она сейчас учится в пединституте специально для работы с младшим возрастом. В каком институте? Педагогическом. Педагогическом. То есть вот она будет работать с детьми от 3 месяцев до 6 лет. И, соответственно, да, вот такой специалист, скажем так, после того... У нас тоже есть. Да, ну, вот такой специалист тоже должен уметь понять, соответствует ли ребенок возрастной норме или не соответствует. Собственно, опытный педагог вот такого типа, он вполне должен сказать родителям, смотрите... Вот у вас ребенок должен делать по возрасту вот это и это, а он у вас не делает. Не делает, не могут делать. Йосифа ханым söylüyor ki, həkimlərdən əlavə təcrübəli pedagoglar belə bu uşaqda olan əskik əlamətləri mütləq hiss edirlər. Məsələn, Yosifa xanım söylüyor ki, onların övladı pedagogika institutda təhsil alıb, pedagogika üzrə, yəni bizdə də var, dünyanın bütün yerlərində var, məktəbə qədər müəllimlik təhsili alır və bu məktəbə qədər təhsili olan müəllimlər, artıq onlar uşağın digər sağlam uşaqlardan nədəsə geri qalmasını həmən görürlər. Əgər valideyn təcrübəsizdirsə, valideyn bunu özü görmürsə, valideyn bunu hiss etmirsə, pedagog bunu hiss edə bilər. Əgər həkimə getməmişsizsə, əziz valideynlər, həkimə getməmişiksə, sözsüz ki, həkimə gediriksə, həkim bunu həmən bizə söylüyür. Amma getməmişiksə, məktəbə qədər bölmədə də bunu bizə deyə bilərlər. В таком возрасте родители обычно еще не задумываются на вот эти темы, и поэтому, если они слышат что-то такое там от педагога или от врача, им очень сложно принять, скажем так, подобную точку зрения, и большинство родителей уходит в отрицание. Бывают родители очень такие сознательные, и тогда они начинают сразу как бы слушать, начинают что-то делать. Но это вот, к сожалению, не все родители, а большинство, они говорят, да и ладно, у нас там дедушка в 5 лет заговорил, там дядя еще да. Там, не знаю во сколько, да. И, в общем, у нас тоже такое бывает. Да, и просто ждут и смотрят, и, в общем, когда в 3 года ребенок не заговорил, и в 4 года ребенок не заговорил, да, а потом и в 6 лет ребенок не заговорил, то, в общем, как бы тут уже немножко бывает и поздновато.